«Оскар» – одна из самых известных пьес французского комедиографа Клода Манье. По ее мотивам снят одноименный фильм 1967 года с Луи де Фюнесом в главной роли. Прочувствовать атмосферу французской комедии харьковский зритель сможет на премьере спектакля «Везет же людям». Спектакль 100% построен для отдыха. Там не нужно делать особо каких-то там акцентов или искать каких-то драматических коллизий. Спектакль для семейного просмотра, 100% французская комедия. Режиссером спектакля выступил заслуженный артист Украины Игорь Мирошниченко. Мы, значит, начинаем с любви. Все это замешано на каких-то на деньгах, на бриллиантах и так далее. Ну, в общем, как бы все атрибуты комедии, авантюрные, там, какой хотите, ситуации и так далее. Все это происходит в пьесе в один день. То есть на голову главного героя, персонажа, сваливаются 33 несчастья, которые он пытается разрулить. И все это в диком каком-то темпе. Я думаю, что мы зрителю скучать не дадим. Ну, надоело мне жить под опекой. Понимаете? Что, вы хотите сказать, что вам все равно, за кого выйти замуж? Нет. Он должен быть красивым. Отлично, тогда я вам не подхожу. В постановке задействованы актеры театра имени Пушкина, театра имени Шевченко, Харьковского театра кукол. На мой взгляд, эта комедия совмещает действительно какие-то глубокие вещи, которые вот, ну, играюще даются, с такой вот какой-то детской наивностью, которая в наше время немножко исчезает. Такой возникает жизненный прагматизм. Там ситуации, они настолько наивные, они настолько вот детские. Премьера спектакля состоится 28 марта в Доме актера. Юлия Белая, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».